Всем привет, ребят! С вами Зорг, и сегодня я наткнулся на такую информацию, что на Ютубе появились платные каналы. Да, насколько я понимаю, платные каналы находятся в стадии разработки, то есть, ну, не сколько разработки, а сколько тестирования. Уже присутствуют 55 каналов платных. Насколько я знаю, на них можно подписаться на 2 недели, а далее уже будет платным. То есть захотите, если вам понравился канал, то вы можете проплатить денежку и смотреть далее этот канал. Не знаю, насколько это хорошо, но я считаю, что это не очень таки хорошо, потому что заработок на видео, если на рекламе, если хорошие просмотры, то можно неплохие деньги заработать, если, конечно же, люди смотрят. А таким образом, то есть вот вы можете заметить, этот платный канал нельзя просматривать в вашей стране. То есть вообще запрещен. Хотя, если мы зайдем в видео, тут уже везде значки такие, это платное видео. Давайте попробуем посмотреть. Нет, это видео недоступно для просмотра в вашей стране вообще. Ну и да ладно, я особо и не хотел смотреть этот сериальчик. Я даже не знаю, что это вообще. Никогда не видел это Корн ТВ. Вот, как вы можете заметить. А, вот, вот написано, 5 баксов будет в месяц оплата за просмотр канала. Очень интересная оплата, достаточно дорого. 5 баксов это у нас 150 рублей в месяц. За 150 рублей в месяц можно подключить кабельное телевидение и смотреть его. И не только там будет один канал, там будет еще куча каналов. Так, что же тут еще можно? Ну, на самом деле, каналы-то такие, то ли детские, то ли сериалы, насколько я понимаю. Ну, или вот спорт есть даже. Кухня. Но на самом деле не думаю, что вот это все будет как-то продвигаться в России. Хотя российские... А, ну даже тут посмотрите, можно посмотреть фильмы. New Movies. Хорроры, Гоблин и так далее. Ну, сделано достаточно неплохо. Ну, конечно же, для легализации контента было бы неплохо, конечно же, новые фильмы какие-нибудь посмотреть, подписаться. Ну, если, конечно же, очень хорошие и реально в новом, ну, реально новые, а не какие-либо старые. Ну да ладно, вы уже можете сами поразмышлять, посмотреть, что это, да как это выглядит. Ссылочка вот написана, будет еще под описанием наверняка. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и ждите вот такие вот новые каналы и в России, наверное, в будущем. Всем пока!